Get Movies. Канал для всей семьи. Придется толкать. С таким пухляшом он не взлетит. Все ваши сумочки летят в салоне, кроме вот этого. Он полетит один в багажном отделении. Как один? Не хочу один! Мне страшно! Так, подождите. Бодя, держись! Мы что-нибудь придумаем! Спасибо, друг! Развяжи меня скорее! Добро пожаловать в багажленд. Кто летит на отдых, приглашаем в супермобиль. Здорово летать на самолете. Не всегда. Я как-то раз с хозяевами в салоне летел, натерпелся. Чуть не порвали. О нет, это же туда унесли Рюка и Молли. Кошки-застежки, тут теснее, чем в шкафу хозяйки. Не жалуйся. Боти явно сейчас похуже одному в багаже. В багаже? Не видать вам больше вашего Ботю. Там постоянно сумки теряются, как мой чемодружок. Простите, вы друзей моих не видели? Один с наушниками без ушей, а другая с ушами без наушников. А, эти тесные, что ли? Так они пошли спасать друга из багажа. Браслетики показываем. А?
багажном отделении без браслетов нельзя. Рюк. Супер Рюк? Что же делать? Что же делать? Эй, безбилетница, ты снова тут? Извините, это мои друзья. Нам нужна помощь. Внимание всем! Рюкзак за бортом! Добро пожаловать на борт! Кстати, браслетики показываем? Эх, завтра домой! К сдаче в багаж готовы? Да! Хозяева столько накупили! Скорее возвращаться на то место, где они нас оставили. Вдруг они придут, а нас нет. Ничего не понимаю. Неужели нас могли забыть? В школе кто-нибудь есть? Хозяева, хватит играть с нами в прятки. Бежим! А, монстр! В гардероб! Вау, мы похожи на шпиона. А где Молли? Я ничего не вижу! Ай-яй. Вот они где! Здесь вам самое место! Ботя, может, хватит? Что это такое? Нужно разведать обстановку. Ну и ну. По запросу ну и ну ничего не найдено. Книжечки. А это и это я, пожалуй, тоже возьму. Моя энциклопедия! Куда-то подевалась, а оказывается, вот где была все это время. Я тебе... Бросай это все! Бежим! Они что, ее мучают? Сейчас мы вам покажем! Стоять! Не двигаться! Тяжело жить одному, не пожелаешь никому. Неплохо получается. Талант. О, ребята пришли! Молли! Собирайся! Нам нужно скорее искать путь назад! Что-то мне подсказывает, что тут небезопасно. Успокойся! Они просто хотят тебя лучше разглядеть. Оборотень! Бегите! Да тихо!
Никакие они не оборотни. Это мои друзья. А это Хуго. Говорят, его очень давно потеряли, и он тут живет 100 000 лет. Добро пожаловать в потерянную пещеру. Я очень рад, что вы теперь с нами. Что значит с нами? Ну как что? Теперь мы навсегда в этой пещере. Это как? Это как навсегда? Нет, хочу обратно в школу, к своему человеку. Просто отсюда еще никто никогда не выбирался. И не может быть, что отсюда невозможно выбраться. Но вам же хочется вернуться в школу. Наверное, мой хозяин уже не помнит меня. Я был бы не против. Мы должны найти путь назад. Мы чего-нибудь придумаем. Рюк просто так не сдается. Чтобы выбраться отсюда, нам нужно построить лестницу. Ищите инструменты. Ура! Я все нашла! Теперь мы построим лестницу! Молли, ты такая молодец! Молли, а где ты умудрилась достать столько инструментов? 100 веков тут живу, ни разу их не находи. А, да в кабинете трубов. Да я быстро смоталась и принесла вон через тот выход. Ой. Так ты нашла выход? Ой! Молли, скорее показывай! Я застрял. Ура! Наши человеки! А я так и знала, что нас не потеряли. Как я мог забыть, что у них баскетбол? О, мой рюкзачок. А я искал тебя целый час. Все, больше я от хозяина ни на шаг. А мне в пещере понравилось. Я там научилась петь. Я в пещере с дикарями подружилась. Эй, верни попкорн! Держите! Сейчас ты отсюда вылетишь! Охрана! Охрана! Не мешайте мне смотреть! Какая красотка! Слышал? Ты нам мешаешь! Молли! Похитил мою подругу! Моя не похищать эта барышня. Я помощник шерифа. Ой. Вот этот. Грязный Худи вытряхнул золотые из каждого жителя Дикого Рюкзапада. Шериф Ботсон к вашим услугам. Надо немедленно найти грязного Худи. Бандиты частенько отдыхают в этом месте. Они точно знают, где его найти. Ну что, разворошим этот улей! Каждая собака знает меня в этом городе. А ты точно сойдешь за своего. Господа,
Мне нужна информация. А ты готов заплатить за нее серьезную цену? И какая цена? Хорошо проведенное время. Садись! Выиграешь, расскажем тебе, что захочешь. Можешь не напрягаться. Нас невозможно победить в эту игру. Фул Клаус! Этого не может быть! Скажите, где найти грязного Худи? Он с дружками на старой шахте делит награбленное. Ты нас обрёмся! Но мне уже пора. Развяжите! Попрощайся со своими лямками! Вы за это заплатите! Ребята, как я рад вас видеть! Ходи, посмотри, что там! Ах ты, назойливая ящерица! Где Молли? Где ты прячешь Молли? Она в шахте. Развязываем ее и уходим. Вау! Здесь столько блестяшек. Рюк, скорее развяжи меня. Наверное, лучше было не развязывать. Ерунда! Ради своего народа я готов на любые подвиги, ведь я Геракл! Вау! Я тоже буду всем помогать! С этого момента называйте меня Рюкзаку! Бедняга, ты не можешь взлететь! Не переживай! Супер-турбо-ракету! Расскажи всем, что это мой подвиг! А я спас голубя! Я голубя спас! Слышали? Рюк спас голубя! Кстати, я Рюк! Точнее, я теперь Рюкзакл! Иду я и вижу! Это кто до такого додумался?
А вот и награда за спасение! Ха-ха! Пойдемте отсюда! Он, как всегда, выделывался! Да я скоро стану таким же крутым, как Геракл! Ха! Вообще-то Геракл совершил аж 12 подвигов, а ты... А я совершу 13! А ты точно 13 голубей найдешь, Рюкзакл! Дайте мне, пожалуйста, билет в первом ряду на эту комедию! Как же теперь не опозориться? Ух ты! Я еще никогда одной лямкой дом не поднимал! Как вы понимаете, в этих очках можно делать вещи, которые в жизни и представить сложно. То, что надо! Когда я все подвиги совершу. Эй, а ну отойди от нее! Скорее, 13 позоров, Рюка. Эй, остановись! Надо скорее остановить его, пока он еще больше подвигов не натворил. Ну вот и все. Это кто натворил? О, это все великий Рюкзакл. Это все я? Мы пытались тебя остановить, но ты нас совсем не слушал. Я же совершил много подвигов. И даже слишком. Вы чего, ребят? В очках все же было хорошо. С этими очками ты уже перестал понимать, где реальный мир, а где нет. Это вы не понимаете. Вот так-то лучше. А у меня все под контролем. Нельзя намочить очки! Это же малыш Ви! Он сейчас утонет! Держись, малыш Ви! Я иду! Я думал, я хотел спасти тонущую лягушку. Вообще-то лягушки могут жить в воде, малыш. Сочувствую. Да ладно, я понял, что для подвигов они мне не нужны. Тут надо что-то помощнее. Экзоскелет или турбомашина времени. Рюк, стой! Ha ha ha!
нашел! Золотой скарабей! Жемчужина моей коллекции! Повезло тебе, Ботя! В киношке про Египет такой жук был проклят! А? Глупые суеверия! Их придумали только для того, чтобы... Ну что, все еще не веришь в проклятие? Это же удача, а не проклятие! Мы в египетской пирамиде! А где мой скарабей? Скорее пойдем искать его! А лучше сокровище Клеопатры! Самое интересное, что эту пирамиду построили во времена правления Рамзес. Один из величайших фараонов Древнего Египта. Египетский корабль из папируса. Один из самых древних в мире. Ой. Да и какое может быть проклятие, когда рядом с тобой друзья? Рюк? Молли? Решили меня разыграть. Ну, я-то знаю, что... Это все совпадение. Проклятия нет. Все равно не верю. Вот ты где! Ого! Значит, я в спальне Рамзеса! Так жука украли! Проснулся и схватил... Это что, Рюк и Молли? Молли, конечно, могли и получше нарисовать. Как пропал мой скоробеюшка, я потерял сон. Сижу, скучаю. Мумии, знаете ли, не лучшие собеседники. А вы чего молчите? Еще чайку? Мой скоробей! Держите вора! Я его просто нашел, но готов вернуть. А, ну давай тогда. Только взамен на моих друзей. А мне что, друзья не нужны? Вот что, отгадаешь загадку, забирай их. А не отгадаешь, все тут останетесь, как они. Кто 3 века крепко спал, из-за вас малявок стал, без жука в груди воскрес, это фараон! С такой загадкой даже Молли справится. Решить можно 1000 способами. Итак, первый. Рамзес! А? Что? Ну вот, я же говорил, загадка легкая. Ну ты и утомил. Давайте скоробей и уходите. Как вы вообще дружите с этим занудой? Опять меня вечный сон вогнал.
А как же скоробей? Друзья важнее. Да еще это проклятие. Ну вот, зачем я о нем вспомнил? А, вот вы где. Ладно, Ботя, не расстраивайся. Вот тебе подарочек от Клеопатры. А, Молли, зачем ты это взяла?